Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня мы продолжаем играть в Atomic Heart. Так, что у нас там по ресурсам? Ну, мало, я, по-моему, все заапгрейдил. О, Терешкова. Делаешь? Вот это я понимаю, Харон. Да, с размахом сделано. За 5 минут все это не осмотришь. Внимание! Персонал комплекса ВДНХ. Через 15 минут начнется прием посетителей. Просьба завершить все технические. Так, это комната отдыха должна быть. Пустая комната. Выглядит как не комната. Какой-то проход. Интересно. Так, а вот. Человечина. Помогите! Мужчина, пожалуйста, помогите! Боюсь, я вам уже не смогу помочь. Если вы о том, что я убита, то не волнуйтесь. Чего уж тут волноваться? Тогда в чем дело? Понимаете, я экскурсовод. Последний живой. Ох, в смысле не робот. Ох, как же это сложно все. Понимаю. И что? Я проводила такую торжественную, завершающую экскурсию перед передачей всех функций этим Терешковым. И у меня была группа из студентов. Они прошли полимеризацию и получили поездку на предприятие. Да, не вовремя. Очень-очень не вовремя. Понимаете, я волнуюсь. Они где-то тут, в выставочных помещениях. Может быть, они уже... Слушайте, я понимаю, вам спасаться надо. Но вы, судя по всему, за себя постоять можете. Вы же из службы безопасности, да? Ну, на вроде того. Найдите их. Пожалуйста, когда все началось, они разбежались кто куда. Я не могу это так оставить. Я за них отвечаю головой. Да что ж такое? Ладно, не переживайте. Я попробую их найти. Спасибо. Спасибо огромное. Сообщите мне, как найдете всех, ладно? Там было 2 парня и 2 девушки. Я буду здесь. Да уж, куда я денусь? Вот так вот. Я вижу фиолетовый. Так, дверь. Почему ты светишься? Мне кажется, это знак. Ах ты какой уродливый. Я тоже так могу. Приставучий, а? Вначале к Терешковой, теперь ко мне. Не посрамим. О, сколько деревьев. Хорошая мазяка. О, черного, а ты откуда взялся? Злой, а?
хорош уже, блин, кататься. Очень интересно. Остановись-ка. Сопровождение. Сопровождение, да? Интересно, эти сделали. Ничего интересного. Ничего интересного. I have the higher ground. Анакин. Он также молниями пуляет из рук. Закрытан. Закрытан. О-о-о-о! Что это за... Ух ты! Точно, бляха-муха. А! Поменял на... Нет-нет-нет-нет. Нет-нет-нет-нет. Еще не конец. Че сразу нельзя нормальные кнопки обозначить? Своими этими. Давайте сейчас повторим разговор. Опа, да-да-да. Ай-яй-яй. Да. Побегли. Так, на втором этаже ничего особо не было. Только черного ванна непонятно откуда вылез. Через турникет. А ты более умный. Ну почти. Слухи о ваших интеллектуальных способностях были слегка преувеличены. Отдай мне свой ядерный сердечник. Сердце. Так, это нам не надо, это нам не надо. А что нам надо? Да только света в оконце.
Так, это не... Ох ты какой, а? Ох ты, палочник проклятый. Крепкий, а, зараза. Ч, не надо мне ваши эти полосатые палки продавать. Это так не работает. О, еще один. Вот я... Прямо самурай, самурай. Да блин, вы более живучие, зараза. Палка вам, видимо, жизни добавляет. Что у нас тут? Колбы? Ты потерялся, молодой человек. Ладно, не молодой, с такими усищами еще. Так, тут даже ничего не говорят, да? Подождите. Что-то мы нашли. Интересно. А это что у нас? Я хотела умереть сегодня. Внезапно. Все прошло по плану? Вчера мы расстались с Колей. Его родителей перебили на Сахалин. Настоящие, не то, что здесь на выставке. И он с ними. Сказал, что вместе мы не будем. Я хотела умереть. Прикольно. Ну да. Когда летишь с моста, кажется, исправить можно что угодно. Кроме того, что летишь с моста. Но пока я тут лежала, до меня вдруг дошло. Нет мысли глупее, чем уходить из жизни из-за мальчика. Это даже звучит глупо. Хм, соболезную. Я передам экскурсоводу, что нашел тебя. Она волновалась. Угу. Уходите из жизни из-за мальчика, а из-за мужчины. С топором. Оно открыто. Ох. Мальчики, девочки, девочки, мальчики. Это что-то знакомое, я тебя помню. Надеюсь, мы с плющом тут не будем биться. О, комната отдыха. Это же прекрасно. Прекрасная. Элеонора ждет меня. Так, это что, тут закрыто? Марсовые культуры. Картошка, что ли? Как картошка, блин. О. Так, а это уже что-то новенькое. Что у нее с головой? Добро пожаловать! Приблизьтесь! Да не убоитесь вы моей силы! Чего? Крас, это что, еще один труп? Я всевидица! Всевидица! Некогда я была простым работником архива, но теперь мне подвластно все. Я могу все, вижу все, знаю все. Я и есть все. Ясно. Ну, повезло так повезло. Крас, у этой вообще банку оторвало, походу. Что такое, скепсис? Высер
Алексеевич, лучше бы Виктора Петрова ловили. Они сомневались в моем величии. Интересное отклонение от нормы. У женщины полимерная передозировка. Так бывает, когда мозг человека подключают к информационному массиву. У Нарлана явно от этого. Теперь, хоть и ненадолго, всевидец осознает себя частью комплекса ВДНХ. У нее есть доступ ко всем компьютерам, камерам, терминалам. Часть комплекса? И ко всему есть доступ. Хм. Всевидица, говоришь? Докажешь? Мне нет нужды доказывать тебе свою мощь, смертный. Э, подожди. Это уже что-то новое. Блин, не то нажал. И повезло. Интересно, Всевидица, говоришь? Докажешь? Мне нет нужды доказывать тебе свою мощь, смертный. Но ради забавы я могу это сделать. Что ты хочешь? Чтобы я рассказала тебе о твоем потерянном прошлом? Или о добрых духах, что оберегают тебя бесконечным немым плачем? Что толку, если ты не видишь, что происходит у тебя под носом? Хм. Сложно ты излагаешь. Давай попроще. Дверку мне открой. Можешь? Я? Я могу открыть все двери. В прошлом и будущем. Узри. Распахнитесь. Распахнитесь. Начитаются всякого в своих архивах, а потом с ума сходит. Хочу отметить вашу находчивость. Весьма ловко и нестандартно. Ага. Сам горжусь. А ведь полезная была баба. Как же она тут на ВДНХ узнала про меня и мое задание в Вавилон? Интересное наблюдение, товарищ майор. И хороший вопрос. Понятия не имею. Ну все, больше нельзя. Всевидица... Отсевиделась? Да походу, походу. Еще одна банка. Колбы, шмолбы, шмолбы, колбы. Давайте сохранимся. Тик-тик-тик-тик-тик. Ой, а что? А, открылись? Нет, это только одна дверь открыла. Это я бы не сказал, все мощь какая-то. Вот если бы все так... А ВДНХ, откройся! Только вот шух! А что там у нас такое непонятно? А это я типа отражаюсь такой красивый. Крас. А как выглядят особые нейроконнекторы, которые получили ученые из когорта академика Сечина? Нейроконнекторы особого типа обозначаются литерой гамма и выполнены в виде браслетов на правую руку. Литера гамма? А где тогда бета? Или это и есть пустышки? Пустышки действительно маркируются литерой бета. Но первоначально бета-коннекторы были настоящими. Чего-то я не понял. Можно поподробнее? Самые первые экспериментальные прототипы нейроконнекторов с особыми полномочиями именовались бета-коннекторами. Их было всего два. Академик Сеченов выполнил в виде колец. И что с ними стало? После необходимых экспериментов Сеченов вывел данные кольца из списка особых нейроконнекторов. Для ученых были изготовлены доработанные гамма-модели в виде браслетов, согласно численности научной когорты. То есть браслетов гамма-коннекторов всего семь? Вавилов, Королёв, Курчатов, Лебедев, Павлов, Филимоненко и Челомей? Совершенно верно. Так, а вот это я не понял. Покажите лапу! Не та кнопка. Так, а, точно, Q. Так. Где, блин, летаете там? Ёкарно бывает, что это со мной такое?
Наконец-то. Блин. Так. Добрый, пузатенький. И все остальное. Где твоя доброта и пузатенькость? Хотя бы колбу отдали. Сколько же вас тут было-то? Со всеми разобраться надо было, да? И еще. И все. А можно выйти? Можно. Это радует. Ну, расскажи мне. Товарищ, помогите, вытащите меня отсюда. Я студент с экскурсии. Мой папа важный человек. Ага. И что в связи с этим прикажешь делать? Да помоги же мне, ядрен батон. Я не просто тебе студент, я сын знаешь кого. Давай, товарищ, не жлобся, вытащи меня. Кто бы ни был твой папа, его сын погиб. Что? В смысле, блядь, погиб? А как я говорю с тобой, ты идиот, что ли? Работай, рабочий класс. Ты хоть знаешь, кто такой? Не знаю и знать не хочу. И понебратства не терплю. А рабочий класс за себя еще и постоять может, малодушный ты кусок. Мясо? Значит, я правда... Говна! Правда. Я сообщу о тебе твоему экскурсоводу. Говна, говна. Так, вторую нашли. Закрывайте двери после себя. Охраняемся. Сохраните желаемое. Ай. Ну ладно, посмотрим, что у нас тут есть. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Давай получить. Если я уж пользуюсь. Авторизация. Так, майор. ДДД. Мне нравится. Берем. Не берем. Так, складоразбор. Че я тут понабрал? Она ничего не набрал. Или набрал. Это куда? Куда оно все уходит? Куда уходит детство? Да, что-то как-то три обоймы ушло. Да, в смысле магазина три ушло. Ушло на раз-два. Надо было дробовик брать. Мозолистые руки. Заморозочка, хорошо. Слушай, я не пользуюсь этой хренью. Надо поменять приоритеты. Капсула адреналин. У нас
4 оружия. Нет, 1, 2, 3, 4, 5. И на них можно всякую фигню навесить. Уж лучше это навесить тогда уже. Правда? А это, кстати, разобрать. Электро, непонятно. Буду разбирать за ненадобностью. Давайте посмотрим, что у нас еще есть из вариантов. Приклад. Это улучшили по полной программе. А, хорошо. Вот здесь. Подождите, не так все быстро. Так, калаш хорошо. Электропистолет. Эх, ну мы бы хоть как-то обозначали, что можно, не можно. Мощный рубящий удар. Нормально. Так. Ай, не то. Вот это вот то. Вот это да. Дальше. Пистолетик. Что-то у нас. И когда на море качка, и бушует ураган. Эх, морячок. Что-то мы сделали, что сделали, непонятно, да? Пойдемте посмотрим. Пару сундуков собрали. Это неплохо. Странно, что не в обычном. Застряло. Ух. Улетело. Фигня какая-то. Это я еще не выучил заклинание Левиоза. Так, что тут у нас? Кстати, что это светится такое? Что это за непорядок? Кто тут светится? Куда тут светится? А, это? Блин. Это все, как бы, а ты волновался. Спешил.
Бежал. Там, наверное, трупик лежит. Это что за хрень, непонятно, блин. Что ж вы меня гоняете тут? Что-то мерцает, что мерцает? А, это, блин, Элеонора мерцает. Блин. Искусство паркура, блин, выучила. Использовать непонятно как. Терешкова. Так, 4 студента, правильно? Да ёкарно бывает, интересно, на тебе пистолет действует? Нет, не действует. Все, успокойся. Успокойся! Кому говорят? Так. О, а тут рыбки типа плавают. О, прикольно. А рыбки у вас полимерные или так? Так, туда не войти. Терешкова, блин. Новый цикл сканирования. Модуль, конечность, нога левая. Не обнаружен. Просто отлично. И где теперь искать? Ох, клянусь охлаждением. Эти усатые извращенцы утащили ее куда-нибудь в технические помещения. Уже спешу. И не говори. Что вы здесь сидите? Что за фигня происходит? Господи. Какая-то муть. Ты не робот, ты всего лишь имитация жизни. А этот вообще манекен. А, подожди, так тут и так можно было идти. Но я, блин, любитель долгих путей. Опять коробочка застряла. Ну что, почитаем? Нет, не почитаем. Сотрудники, а зачем нам это показывают? Какая-то... Красиво здесь было, пока всех не убил. Крайне прискорбное зрелище. Слушаем. Важные дети. 2 июня 55 года. От заместителя генерального директора предприятия 3826 Штокхаузена к руководителю музея Елизарова. Елизарову. Угу. Или Елизарова. Это она, она. Вчера звонили из Москвы из секретариата. Приедет группа каких-то студентов на экскурсию. Причем непростых. Дети весьма... Нет. Нет, все не так. Чиха звонили из Москвы, и вся какая-то простите, мой французский, немецкий. Вчера звонили из Москвы, из секретариата. Приедет группа каких-то студентов на экскурсию, причем непростых. Дети весьма важных детей. Провести экскурсию должны лично вы, товарищи Елизарова. И притворяя ваши возражения, скажу сразу, что это не обсуждается. Детей нужно будет провести по всей выставке, показать им все и создать максимально позитивное впечатление.
Покажите все и смотрите, чтобы не заскучали. Слушайте, интересно, как это, да? Какой-то еврейский акцент получается. Может, это из-за того, что там в Германии был большой, этот самый, большой комьюнити евреев, ну, которая, собственно, исчезла со Второй мировой войной. Или что это такое? Забавно, да? Сам озвучил, сам посмеялся, ладно. Жалоба. 4 мая 55 года. Экскурсовод Литейкина, руководителю Елизаровой. Товарищ начальник безопасности комплекса ВДНХ, используя административный ресурс, назначил своего бывшего сослуживца Габриашвили на должность пресс-секретаря. Я хочу подчеркнуть, что вышеозначенный сослуживец не имеет профильного образования и ни разу в жизни не только не работал в музеях, но даже не посещал их, с его собственных слов. Я понимаю, он ветеран войны и офицер, но не может человек, не знающий специфики, выполнять работу профессионалов. Попрошу разобраться. За играми будущее. 23 февраля 55 года. От Лобазова к Елизаровой. В качестве площадки по первичному анализу запросов населения ВДНХ выдает потрясающие результаты. К примеру, благодаря популярности небольшой игры на особом терминале возле выставки Бурава, мы поняли, что будущее детских развлечений лежит в плоскости таких незатейливых, но динамичных игр. Я настоятельно рекомендую отделу Академии проработать это перспективное направление. Нужно создать еще несколько подобных игр, которые пионеры и школьники могли бы запускать на грушах или даже с помощью аппарата «Мысль». Интерактивные развлечения могут стать новым словом в мире будущего. Да. Себя не похвалишь, никто не похвалит. Ну, хотя бы она не это самое, не буянит. Челомей, внизу городок, Кондор. Ага. Кондор. Так, мы вообще откуда пришли? Мы пришли оттуда, сюда, и значит надо идти сюда. Вовчик, опять ты в какой-то колбе сидишь? А, медицинская капсула. Шмель. Главное, чтобы все это не ожило. Голова профессора Доули. Прикольно. Придумано. Ну просто... Или это экспонат? Это что, экспонат, что ли? Я не понял. Она меняется каждый раз, что ли? Что происходит? Типа за несколько, за какое-то время надо успеть. Так. Вот это вот загадочка интересная. Hmm.
Или... Что происходит? У вас кнопки так вот назначены, что вы, блин, я понял. Посмотрим, что тут у нас еще есть. Ромашка. Ох, как интересно. Ладно, я понял. Расплевались тут. Ох, хитрит Мадрид. Маша, кукла Даша. Ты где проказник? А я тебя ищу. Да, я вас инвестировал свинцом. Надо как-то вернуть вложение. О, щебетарик. Говорил, что отключать Терешковых от общего контура плохая затея. Они очень странно себя ведут. Не верили? Вот вам запись. Смотри, моя дорогая Клара. Видишь эту группу людей? Это посетители. Вот те маленькие, это юные модели. Они называются дети. И служат для украшения и веселья. Вот те старше, это модели октябрята. Они уже умеют чуть больше. Старая модель Затолунной – это пенсионер. И, кажется, он за нами подглядывает.
Это не про меня, видали? Роботы разглядывали гостей выставки как экспонаты. Все это звучит очень жутко. Я бы им память-то стер. Больше ничего. Это что-то новенькое. Здесь потребуется проявить пространственное мышление. Не потребуется, а придется. Поражают меня эти ваши замки. Забавно. Что происходит? Пойдем вниз посмотрим. Ой, я, по-моему, сломал игру. Так, я выйду отсюда или нет? Хорошо, что я сохранился. Так, мне нужно последнее сохранение, я... Забавно. Здесь потребуется проявить пространственное мышление. Не потребуется, а придется. Поражают меня эти ваши замки. Вот же дверка открыта. Крас, скажи, почему нельзя было поставить везде замки попроще и понадежнее? Например, коду. Подозреваю потому, что в таком случае через них смог бы пройти тот, кто взломал код. Угу. А так через них может пройти тот, кто осилил головолом. То есть вообще. Thank you.
Не должны роботы нападать на людей. Я заберу твою душу. Сука. Это прекрасно. Ну, прелестно, чё? Сяли, закрыли робота. Я у Дмитрия Сергеевича не видел на руках никаких браслетов. То есть его альфа-коннектор выглядит как-то иначе? Совершенно верно. Альфа-коннектор уникален. Его форма и местонахождение являются самой важной тайной Академика Сеченова. То есть альфа-коннектор должен хорошо охраняться? Этим занимается отряд Аргентум? Нет. Доверять в этом вопросе живым людям было бы слишком рискованно. Охраной коннектора занимаются личные телохранительницы Сеченова. Близняшки балерины? Люблю смотреть, как они двигаются. Такая элегантная походка у них. Что это? Я ж тут. Я ж ничего не могу повернуть, правильно? Подожди, что за херня? Которая придерживает всю эту хрень. Дальше. Сюда, что ли? Походу. Эй, да ёкарный бабай! Да вы что, издеваетесь, что ли? Отвали, я занят своим снаряжением. Надеюсь, ты не думаешь об этой противной докторше потаскушке? Ты это вообще о ком? О лишенной вкуса и грации хабалке, подонка Петрова, милый. Это доктор Филатова, что ли? Мне безразлично, как ее зовут. Пусть держится от тебя подальше. Филатова?
предстанет перед судом и понесет наказание за пособничество предателям Родины. Я так и знала, что она преступница, милый. Давай ее подвесим. Обещаю, будет весело. Заткнись, овца металлическая. Что ты сказал, милый? Повтори еще. Отвали нахрен, говорю, все ты слышала. Обожаю, когда ты гнев. Накажи меня. Это какой-то пиздец. Да, взломали. Батя, сын и роботы. Крас, скажи, почему нельзя было поставить везде замки попроще и понадежнее? Например, кодов. Подозреваю, потому что в таком случае через них смог бы пройти тот, кто взломал код. А так через них может пройти тот, кто осилил головоломку. То есть вообще. Я у Дмитрия Сергеевича не видел на руках никаких браслетов. То есть его альфа-коннектор выглядит как-то иначе? Совершенно нет. Альфа-коннектор уникален. Его форма и местонахождение являются самой важной тайной Академика Сечина. То есть альфа-коннектор должен хорошо охраняться? Этим занимается отряд Аргентум? Нет. Доверять в этом вопросе живым людям было бы слишком рискованно. Охранный коннектор занимаются личные телохранительницы Сечинова. Близняшки-балерины? Люблю смотреть, как они двигаются. Такая элегантная походка. Так, что-то... Что-то поменялось немножко. Или мне кажется. Да ёк... А, к Макарек, нормально все. Забавно. Так. Фух. Спокойствие, только спокойствие, никакого истерика. Нам туда не нужно. Нам нужно сюда хитрит, Мадрид даст. Сложное.
Ждай, якорный бугай. Интересно. Ну что, еще одну загадочку. И успокоимся на этом. Интересно. Что у нас? То есть... Школа. Учитель. Магнитный гравитационный стенд. Так. Пардоньте. Так тоже можно. Куда ты нас выведешь? А черт его знает, куда ты нас выведешь. Еще какие-то. Это интересно. По крайней мере. Что происходит? Четыре позиции, правильно? Четыре позиции. Может, туда надо успеть? И ты такая хоп-хоп-хоп и убежал. Ну, давайте попробуем. Если не получится, то... Если опять сломает. Ой. Смотрите, к чему-то привел этот мой. Этот мой. Экспериментализм. Так. Ага. Что это нам дает? Нам куда-то туда надо, правильно? Да, но... Что же это значило? А, вот. Прикольно. Прикольно придумано. Ага, 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 ага. Вы попали в технические помещения. Ножка моей дрожайшей Клары определенно где-то здесь. Ага,
Истина где-то рядом. Таких железок мне еще не попадалось. Во-во-во. Блин, боюсь, этот робот особенно опасен. Да что ты говоришь? А я-то думаю, почему мне так бух? Будешь еще и в ответ? Ну, в смысле, не колба, это бидон. Так, сюда нельзя. Значит, надо идти туда и сохраняться. Раз. А почему шеф изъял из употребления настоящий бета-коннектор? Их изготовили с ошибкой? Не совсем. Дело в том, что изначально мы, то есть академик Сеченов, не был уверен в том, что особые полномочия внутри коллектива вообще нужны. Шеф хотел всеобщего равенства, но его разочаровали козни молота. Возможно, вы правы, товарищ майор. В смысле возможно? Академик Сеченов хотел равенства для всех, это безусловно. Но необходимо учитывать, что альфа-коннектор существовал с самого начала. Что-то там шумит подозрительно. А, это ж наш. Что-то тут разлеталось. И нога. Ну и технологии, конечно. Самовосстановление. Летает тут всякое. Па-па-па-пам. Я на кнопках путаюсь. Дай мне свою душу. Так. Я сообщу, если найду остальных. Ага. Сканирую помещение выставки. Головной модуль обнаружен. Определяю координаты и состояние. Голова находится на этаже Челомей. Структурная целостность нарушена. Зафиксировано воздействие. Черт, темень какая. Не к добру. Ау.
Сейчас ты. Прикольно. Берегов Исландии. Так, сохранялка. Сохранялка, давайте мне уже сохранялку. Дверь открывается раз. А, я помню зайца. А мне туда надо? О, блин. Блин. Ладно, на этом позитивном моменте. Майор, оружие или способность? Я проверю, что там есть у нас по... Качнем-ка инвентарь. Конечно же, с топора начнем. Потому что что? Рукоятка. Кассетник. Красота. Прокачан. Блок. Электропистолет. Роботом увеличение урона, хорошо. Я согласна. Ладно. Спасибо за то, что были со мной. Надеюсь, вам
понравилось, и вы продолжите наше путешествие с майором Нечаевым. Так что лайки, подписки, шары, комменты, донаты, все, что в ваших силах. И адьос, амигос, адьос, товарищи. Увидимся в следующие разы. В этой или в какой-нибудь другой игре. Все, пока.